Это очень интересный вопрос, потому что все, что люди делают на земле, они делают по причине того, что Бог дал им творческую способность, Бог дал огромные ресурсы на земле, и Бог поручил людям возделывать землю и развиваться здесь на земле. Поэтому в каком-то смысле, когда мы видим, что человек изобретает что-то новое, человек делает то, что Бог заложил в него. Проблема только заключается в том, что очень и очень часто люди используют интернет для своих греховных целей. И вот в этом смысле мы, конечно же, должны различать, что, к большому сожалению, в интернете сегодня, наверное, намного больше всего плохого, чем хорошего. В то же самое время мы должны понимать, что интернет является просто обычным отражением состояния человека вообще. Поэтому мы можем сказать так, что интернет – это данная Богом возможность творить Божьи дела намного в большей степени, используя его.